Всем привет, друзья, с вами строитель Майнкрошка. Здорово. Как мы с вами давно не виделись, это просто ужас какой-то. Пока событие произошло, сколько я лайфхаков сделал, не забывайте про них, у меня на канале их очень много. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики, новые шорты, новые лайфхаки и мифы из ТикТока. Ну а мы сегодня сделаем очень крутую постройку, которая вас ошеломит, убьет, просто взорвет ваш мозг. Эта постройка послужит вам самым удобным поднятием на гору, куда-нибудь, например, чтобы в шахты, горные шахты, там добывать железо, изумруды, уголь и тому подобное. Давайте начнем. Сделаем вот такую вот яму мы с вами, глубиной 2 блока, а здесь по одному блоку. Ставим вот сюда мы с вами редстоун, а вот сюда с вами нотный блок. Ставим мы с вами над редстоуном железный блок, а на него кнопку. Ставим мы с вами на нотный блок наблюдатель, чтобы красная кнопка смотрела наверх, а на него с вами блок слизи. Рядом с вами с этим блоком слизи мы поставим, что правильно, липкие поршни, а на эти липкие поршни по 2 блока слизи с одной и со второй стороны. Затем мы с вами прыгаем вниз, берем с вами липкий поршень, ставим вот таким вот образом, а наблюдатель наверх. Берем с вами железный блок и закрываем всю эту конструкцию. Очень важно, чтобы наблюдатель смотрел наверх. Вот это вот такое грустное личико, как оно мне не нравится. Мне предпочитаю более веселые личико, чтобы наблюдатель был с улыбочкой. Ну, такова роль Майнкрафта. Также мы с вами здесь поставим 2 блока железа, чтобы закрыть эту всю конструкцию опять же. Затем нам с вами надо построить наверх весь корпус, чтобы подниматься на этот верх. Я использую с вами акациевую обтесанную древесину. Вот таким вот образом. Вы только гляньте, какую я пристройку сделал. Вот такие вот, так сказать, колонны, которые идут сниз. А вверху у нас будет площадочка, куда мы с вами будем приезжать. Да ладно, да ладно! Также стоит подумать и об стенках. Я сделаю это с помощью березовых досок. Ой, как неожиданно ночь пришла. О, пора спать. Наступило утро, и мы продолжаем. И смотрите, у нас уже стенка готова. Нам с вами нужно делать вот такую вот определенную конструкцию из березовых досок или вообще любых досок. Наверх мы с вами поставим нотный блок, а на него, внимание, обсидиан. Он у нас не даст, чтобы конструкция наша вся полетела наверх. Всю эту сумму конструкции мы с вами убираем, а также сюда мы... Упс, я неудачно свалился вниз. Вот блин. Ты что, с ума сошел? А сюда мы с вами ставим 3 железных блока, а на него кнопку. Очень важно со всех сторон поставить по 2 блока обсидиана, который нам не даст липким поршнем выйти снаружи. Также мы с вами берем с помощью березовых досок, украшаем это все. Как-никак, простым это не должно быть, должен какой-то быть дизайн. Друзья, хотите заценить, какой я сделал дизайн для верхнего этажа? Давайте, 1, 2, 3. Вуаля! Гениально! Посмотрите, какой классный дизайн. У нас тут имеются заборчики такие вот из листвы, а также костров, которые я потушил с помощью лопаты. А также имеются фонарики. Вверху тоже костер горит, также вверху листва имеется. Даже дорожка сделала из зеленого коврика. Точнее сказать, зеваемого коврика. А внизу давайте посмотрим, что у нас есть. Вот такой вот дизайн вокруг я сделал. Это с помощью этого лифта. Также имеется зеленая маленькая дорожка к этому лифту. Сбоку у нас имеются диоритовые стенки с освещением. А вверху платформа, где у нас, собственно, и будем стоять. Давайте, наконец-таки, мы с вами протестируем этот лифт. Заходим в него. Нажимаем на кнопочку. И вуаля, мы с вами едем. Это невероятно. Представляете, мы с вами едем наверх. Это что-то нереально космическое. Мне это нравится. Выходим. И вуаля, мы на верхнем этаже. Конечно, я не совсем правильно сделал дорожку, но ничего, это ваше усмотрение. Можно сделать дорожку в самой горе, где у нас будет шахта. Давайте проверим, как у нас работает в обратную сторону. Заходим с вами в лифт, нажимаем еще раз на кнопочку. И вуаля, мы с вами едем на низ. И так можно делать до бесконечности, до больших высот. Даже можно сделать небоскреб с помощью этого лифта. Как вам? Пишите в комментариях. И кому понравилось, ставьте лайки. По-моему, это очень оригинально, очень классно. Кому понравился ролик, ставьте лайки, не забывая про подписку и нажимать на колокольчик. А я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем чао-чао. До новых построек. Nice.